Ну, тут надо думать. Если бы ты снимался в мюзикле, какая бы у тебя была роль? Какой-нибудь Ромео. О, великолепный вопрос. Из-за чего ты такой худенький? Ну, у меня обмен веществ такой. Я ем нормально. Возможно, из-за учебы или сейчас из-за X-фактора не очень регулярно ем. Здесь постоянный стресс. Бегаю все время где-то. О, вопрос от Андрея Панисова. Ты целовался хоть раз с кем-нибудь? Это был класс третий, наверное. Мы ехали с какой-то экскурсии в школе. Это было под Новый год. Тогда у меня был первый поцелуй. Андрей говорит, а, раз так, тогда я буду всем говорить, чтобы тебя расцеловали. И Ольга это очень буквально поняла. Теперь вообще расцелованный вообще очень сильно. Спасибо, Андрей. Не воспринимает ли тебя Оля как ребенка? Относится к тебе серьезно? Малой, малой. Малой — это так, это в шутку. Это к тому, что я самый маленький здесь. И она серьезно относится, я думаю. С первой минуты, секунды, как он вышел на сцену, я увидела в нем артиста. Я говорю, малой, да, ну слушайте, ну из песни слов не выкинешь. Но я вижу в нем мужчину. Он волевой, он смелый, идейный. Забудься, сдается, я б никого не сумею. Мне казалось, что Никита до конца не понимает, о чем он поет, несомненно. Здесь просто неправильный выбор песни. Ну куда «Океан Эльзы»? Парню 16 лет. Какой ему «Океан Эльзы»? Он не понимал, о чем пел. Ему недоступна эта мелодика, эти смыслы. У меня бы он эту песню не пел. Да я бы костьми бы лег. Не будет петь и все. Ладно, рисковал в эфире. Но когда за спиной мою команду накануне выступления разносят в пух и прах, вы знаете, что это такое? Это нечестная борьба. Я думаю, он говорил честно то, что думал, но это все равно какое-то психологическое воздействие на нас. Тут ведется какая-то игра, точно. Ну, пусть ведется. Мы уже психологически устойчивы. Привет, мой хороший. Привет, мой хороший. Но у нас стало время потихонечку, да, раскрывать карты, показывать козыри не только вокальные, но и музыкальные. Давай послушаем, что у нас пока вокально получается. А, вокально. Я прям кайфую, я руками, я ногами. Я надеюсь, что мы сделаем прям очень интересно. Нет, я сделаю. Мой малой, ММ. Спасибо вам большое. Интересная задумка, которая пришла мне в голову. Я так прям обрадовался, когда придумал это. Но я не был уверен, что это поддержит, но это поддержали. Теперь уже сложность в другом. Я еще не знаю, как вообще это все будет. Thank you.
He deals the cards as a meditation, and those he plays never suspend. He doesn't play for the money he wins. He don't play for respect. I know that the spades are the swords on the sword eyes. I know that the clubs are weapons of power. I know that diamonds beats money for this eye. But that's not the shape of my heart. You shed us in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you. But I cannot change you, so I must replace you. Easier said than done. I thought that you were the one listening to my heart. Stand in my head. You find another one, but I'm the better one. I wanted to forget me. You left me falling and landing inside my grave. I know that you want me. I take prescriptions to make me feel like, okay. I know it's all in my head. I have these little secrets where I can move. I think thinking of you where my breath. You were my everything, so for when. Now I'm despair of death. I do it all for King, I didn't want to do it. Watch for one friend, you to listen to my friend. Did the shit out of breath, but I wanted to let. Hear a man of the passing. I will sing a laugh in the driver's seat. Fake, who know we would call hell free space. You give me my heart and the poor mistakes. I give him my heart to make her pray. And all that despair, all the swords of a sword. And all that the clouds were born so far. And all the diamonds made money for this time. But that's not the shape of my heart. Спасибо. Это был Никита Белько. Эта песня звучала в самом финале легендарного фильма Люка Бессона. Главный герой убит, девочка пересаживает цветок в землю из горшка. Время всплакнуть и услышать мнение судей. Серега. Ну что, убил, всех убил ты своим обаянием, своей харизмой, постановкой, игрой на рояле. Смесь Элтона Джона и Стинга, и Джастина Бибера. Я не знаю, где у вас белорусская земля рожает, откуда вы такие вообще? Ой, я поеду рожать в Беларусь. Приезжай. Хорошая идея, Оля. Ты уже проси гражданство, Оля. Только сначала надо найти от кого. Я думаю, что и концерты ты нормально будешь собирать тут. Да. В следующем году шоу «Вот она, я всех жду». То есть ты понимаешь, с тобой все понятно. Ты круто выступил. Мне непонятно другое. Соседа у вас зрители вернут в эфир или нет? За Фахриддина Хакимова нужно проголосовать, номер 6. Да нет, дело в том, что моя опергруппа тоже подключилась. И там как бы вопрос серьезный. Номер 7. Вы понимаете, да? Сергей Соседов... Оленька, вернется? Знаешь что? Вот... Я девочка, мне нужна защита. Ты не просто девочка, ты девочка с 20 миллионами... 23,2. Это больше, чем жители в Беларуси в два раза. Нам так не жить. 27. Так вот смотри, Оленька, ты знаешь, такая тема? Есть отложенная сторис, да? Давай про Никиту. Очень коварная штука. Про Никиту. А еще более коварная штука – это отложенные комментарии. Давай будем очень аккуратно. Вы знаете, я просто хочу сказать, я, кстати, не говорила это сегодня, и, наверное, бы не сказала, если бы это не взяли в эфир. Сегодня Сергей Васильевич не комментирует, и тут хвалился, я тут видела. Да, заметьте, я комментирую, никто не может придраться, моя критика так
филигранно, так элегантно. Да, в эфире, может быть, и филигранно, и, возможно, и элегантно, но что Сергей Васильевич делает за глаза, за эфиром, накануне репетиции, и я сказала вчера, я ребятам это не говорила, кстати, ребята даже не знают, ни один из моих ребят, из моей команды, и даже малой, да, в этом возрасте мы все жаловались, вы помните, и ябедничали. Не сказали мне, что комментарии едкие отвешивает мой уважаемый Сергей Васильевич накануне прямого эфира, во время репетиции. Я сказала, что я прошу, ну, я сказала, я требую, но потом переговорила, сказала, я прошу не допускать Сергея Васильевича к генеральному прогону, пускай смотрит, комментирует кого угодно. Моих ребят комментировать не надо. Вот мы и не с ними допустили. Работает потрясающая команда, педагог, вот, группа Коля, Вика, с которыми мы круглосуточно на связи, поэтому посмотрите, как корабль назовешь, так он и поплывет. Смотрите, вчера никто не комментировал ничего. Вообще никто. Говорят, не надо обижать Ольгу Бузову и ее команду. Но мы по-прежнему желаем здоровья, Сергей Васильевич. Конечно. Да, Оля. Ну, это вопрос, наверное, к Сереге по поводу здоровья. Сергей Васильевич. К телезрителям вопрос. К телезрителям особый вопрос. Дышать-то трудно в багажнике. Не пробовал, ты знаешь. А он уже не молод. А, да. На сцене у нас Никита Белько. Руслан, ваше мнение. Никита Белько, Никита молодец. Просто когда настолько все офигенно, да, уже все придумаешь. Никит, ты знаешь, вот, да. Знаешь, вот вышел, сел за рояль. Согласен, да, Элтон Джон, я посмотрел так в профиль. Ты молодец, что ты не всю песню не играл на рояле. Вот это ты молодец. Хорошая, нет, правда, хорошая идея. Ты действительно сейчас был таким, в чем-то ты и нежность свою показал. А в чем плохо всю песню сыграть на рояле? Вот скажи. Серег, ты знаешь, вот если вот в стилистике, которая началась после первого припева, это, мне кажется, было бы не совсем органично для Никиты. А тут он вышел, а значит, хореографию какую-то тоже продемонстрировал. А я вот хотел бы, чтобы он доиграл на рояле. Ну, а это вот вопрос к Ольге нужно задать, а не ко мне. Это вопрос. Поэтому смотри. Я считаю, не надо наступать на горло собственной песни. Вот ребят, играется на рояле, строит Никит, рояль, все играет на нем. Вот, молодец. Играй, пока молодой. Молодец. Слушай, да, слушай то, что сейчас и тебе сказал работают. Твой наставник Серега, слушай внимательно. Вот, поздравляю тебя с выступлением очередным, прекрасным, замечательным. Ты фаворит, что сказать, у телезрителя. Девочки здесь в студии, вот уже слышал, там выкрикивают, я хочу за него замуж. Ну, я тебя поздравляю, молодец. Я спасибо думаю, большое. Что все зрители, телезрители заметили таинственный конверт. Пожалуйста, поднеси нам его. Вот. Ольга, что за послание там вы там оставили? Это не секрет. Что там? Оу. Пожалуйста. Инициалы знакомы. Ольга, что там? Это я не знаю, Никита. А ты мне Никита, отдашь? Ты в микрофон там говори, не слышно. Я тоже. Ну это что? Это наверное... Может, ну, там комментарий Сергея Соседова? Просто... Скорее всего, да. Благодарность за то, что мы вместе идем вперед к светлому будущему в шоу X-Factor. И на самом деле эти конверты должна была я тебе отправить. И еще раз, и сегодня будет миллион комментариев, не только сейчас, но и потом в нашу группу, в наш чат. Я хочу, чтобы еще раз все услышали. Полностью задумка от А до Я Никитина. Его идея песни. Его идея с роялем. И спасибо большое, что это все-таки рояль. Но нас смотрит огромное количество. Есть возможность сделать такие номера ребятам. Спасибо большое лично от меня за рояль, потому что синтезатор рассматривали еще 3 дня назад. А прикинь, на баяне сыграл бы. Но это было бы, это так не сработало. Да мы, слушайте, мы, подождите. Но мы не сомневаемся. Нет, тише, едешь, дальше будешь. От идеи до интерпретации песни, то есть сначала, да, мы погружаем зрителей, слушателей в этот бархатный голос и потрясающую игру на рояле, и потом вырывается малой, раздает нам всем тут классным рэпчиком. Вы понимаете, как мы растем и как мы можем по-разному показывать артистов? Никита Белько – артист, Никита Белько – идейный, он горит. У него, мне кажется, уже миллион идей на следующий эфир, даже когда, если он не знает, какая будет идея, он уже все идеи придумал, продумал, у него есть всегда какие-то идеи для себя, поэтому я тебя так благодарна, и меня спрашивают, да, вижу ли я в тебе ребенка. Ну, конечно, что против цифр не попрешь, ну, только в моем случае, всегда 25, но я не скрываю свой возраст, но я
Может быть, его и скрывал, но это невозможно. У меня в Инстаграме Бузова 86, типа, так понятно, что, что я 86-го года рождения. Вот, поэтому, конечно, я и переживаю очень, потому Оленька, что... Не переживай, тебе скоро рожать. Беларусь. У нас действительно сериал. Но я хочу сказать, что ты настоящий мужчина в моих глазах. Ответственный, порядочный, талантливый. Но при всем при этом ты еще такой девственно притягательный, не зачерненный, не запятнанный, понимаешь, не запятнанный. И тебе еще столько всего предстоит. Боже, я так тебе завидую. Так, ребята, что в конверте? Откройте нам, пожалуйста, интервью. И я просто благодарна тебе. Я получила... Рекламная пауза. Невероятное удовольствие. Я вам все понимаю. Лебединое озеро. Он умный парень вообще. Умнее нас тут многих. И ты правда идеальный будущий муж. Я прекрасно понимаю девчульчик, который сейчас держит плакат «Никита Краш», которые кричат: «Никита, я хочу за тебя замуж, Никита! Да позвони мне, когда мне стукнет 18». Вот. Поэтому я прекрасно понимаю всех. Я и не боюсь тебя перехвалить, потому что я знаю, что ты сделаешь еще круче. И мы начали удивлять. Пристегните ремни. Отлично! Мой малой Никита Белько, номер 7. И сегодня нам очень нужна ваша поддержка. Все девчонки нашей страны могут проголосовать за Никиту. И тогда мы увидим его в следующую субботу в прямом эфире шоу «X-Factor Беларусь». Звоните по телефону 88-10-10-106, номер Никиты 07. Ну или отправляйте сообщение на 2885 с пометкой 07. Никита Белько! Никита Белько! Никита Белько!